Вратарь сыграл пару секунд назад. С очень сложным ударом он отлично справился. Да, вот сейчас он без проблем мяч себе забирает. А вот несколько секунд назад по-геройски сыграл и спас свою команду от пропущенного мяча. Димитрий Пайет. Подача на дальнюю. Гол! Ну это просто круто, как он ножницами пробил. Мастер!